Эй, приветствую всех, дорогие друзья, зрители, любители настольных игр, а мечту. С вами я, MGreatPlay, со мной Никола. Всем здорово! Мы сегодня сыграем на фановых очередных героях. У меня Мулан, у него Серебряный Волк. Если я не ошибаюсь, можете поправить, если вдруг кто-то захочет. Ну, вроде бы это связано с Genshin Impact, но опять же ошибаться. Так, у меня в начале своего хода вы можете двинуть себя на одну клетку. Он начинает копии истории героини в руке. Еще шестой карты. У меня сразу 6 карт получается. Ты у нас мне первый? Конечно, полный капец. Знаешь, по этим багам капец, скорее всего, будет мне. Так, раз, два, три, четыре. Я же на два хожу, да? Да, на два. Ты, короче, два маневра решил сделать. Ну да. Все? Всё так, все так. У меня... А, дальник. Хорошо. Муж и ближник. Минуточку. А, я могу к тебе пойти. Правильно. Подаем маневр. Раз, два. Раз, два. А ты, кстати, дальник? Блин, ты дальник. Понятно. Вот так вот, да. Мы оба дальники. А, вот он. Атакую тогда за Мулан. Ну, сейчас, секундочку. Ну, тогда все, погнали. Давай, шок на себя. После боя перенесите противника, значит, это движение. Ну, в общем-то, я тебя не пробил. Твойств особых у меня нет пока что. На 4, да? Будет так. Именно Мулан. Нет, Мулан. Раз. Это не она. Это помощник. А, ты за Мулан нападал, да? Раз, два, три, четыре. Ну, все, твой ход. Так. А у этого сколько хп? 7 хп, да? 7. Что забавно, на этом хп протекторе Мулан, она из фильма, а в основном картинки. Ну да. Мультик был, конечно, прикольный в свое время. Это ты у нас на синьке, да, сидишь? Теперь меня не можешь атаковать. Сам от себя увел. Ну да. Ставил только дракошку. Ну, тогда мы сделаем так. Убьем твоего дракошку. Чё ты задумал страшно? Ужас. Хана ему. Прикол. Ладно. Прощаюсь. Жёсткая у тебя писание. Я выиграл. Я вижу, да. Он только один хп словил. Ну да, но я убираю, получается, твоего основного. И вот этого. Обоих, короче, так понимаю.
Видите фигурку против... Ну, тут противника этого с одного. Скорее всего, это считается на того, на кого ты напал. Ну, ты так или иначе ходить не можешь. Ну, это да, это тоже будет действовать, по сути, на обоих. Ну, тогда вот этого выбираем. Следующий ход противника, у него будет 0 действий. Ну, то есть ты, по сути, опять будешь подряд ходить. Жестко ребята придумали. Так, так, так. Я, получается, первое напал на тебя, да? Сейчас второе. Да, второе действие. Раз, два. Угу. Так. Теперь твой ход. Но у тебя... Подожди. Ноль действий. Ноль действий. Ноль действий, да. Значит, получается, в твой ход. Ну, я подхожу ближе, подкрадываюсь. И... Да. Сделаю кое-что больно. Так. А, я еще должен на тебя случайный баг наложить. Я про это забыл. А ты при победе его накладываешь, да? Да, да, да. Именно при победе. Побеждает в бою. Так. Тебе минус ход. На ход, короче. Давно не было этого теперь. Теперь еще раз минус ходы. Так, так. И, вот можно, и можно напасть, да? Да, разрешаю. Так и быть. Да ж так, неинтересно. Я даже не знаю, чем пойти. Я тоже. На удивление не знаю, что делать. Так, это получается мой второй ход, после чего ты ходишь, да? Да, да. Ну, тогда ладно, погнали. Пойма. Да там, переместите противника сюда, конечно. Так, и минус 2, да? Так. 3 хп. Тоже раз, смотри. 2, 3, 4. Ну, сейчас там взять одну карту, да? А? Взять одну карту, затем... Угу. Ну да, у меня такие же были. Да, карты. Готовы. Тасово. Так, я выиграю, я тебе должен один случайный баг кинуть. Так, минус один атаки. Держи. Я тебе, короче, больше 3 багов не могу давать. Это я понял. Ты просто потом должен заменить. Вот в смысле заменить один из предыдущих? Каких предыдущих? Которые уже были? Ну, по факту, да, наверное. Ну, если брать в очереди, то получается самый первый. Очередь более логичная выглядит. Так, и надо твоего поставить на случайную эту, куда я захочу.
А я захочу его поставить в какую-нибудь вот такую точку мира. Если что, можешь это почитать. Мой ход. Что у меня? Маневр в любом случае. Какая-то жесть. Твой ход. Так. Тогда мы сделаем вот так вот. Пока странная музыка. Очень странненько. Я нападаю на тебя, на Мулан. Что за музычка на бак? Я победил. Подожди. Ты можешь дополнительный урон получить, чтобы отменить эффект. Я могу получить еще, да, я получу урон, чтобы игнорировать значение твоей карты. Тогда побеждаю я. Твой эффект в любом случае не срабатывает. А мне как-то все равно. Да. Ты так или иначе урон получаешь. Да, я заметил. Да. Так, а я не понял, я победил или нет? Нет. Бою я победил. Потому что я игнорировал значение твоей карты. Понял, принял. Осознал. Все, ходи. Победа. Победа, пора обедать. Такую. Вау. Сейчас, секундочку. Вариантов-то немного. Тут у нас ничья по статам. Я перемещаю тебя. С любое. Ты, по сути, не... Так, я тебе меняю одну из этих. Ну, это сюда. Ой. Зачем весь ящик? Так, на случайно или? А, по-моему, выбор. Все правильно.
Тем более у тебя минус один атака была. Ты и так или иначе не выиграл. Так, 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 так. Че, выходишь, нет? Или все? Ну, у меня... А, у меня еще одна жди. А, точно. Я убрал тебя просто подальше. Ну, тогда маневр. Ну и все, Мулан, я остаюсь на месте. Твой ход. Так. Мой ход. Ну так мы не встанем. Все, ходи. Наверное, сделаем маневр. И даже сброшу карту на усиление. Фига ты. Карту. Все, твой ход. Так. Раз, два. А, нападаю на Мулан. Давай, давай. Так. Боговать ты решил меня. Тебе 3 урона. Потому что у тебя минус 1 к защите. Так. Все, ходи. Да. О, согласен. Если что, можешь скинуть свою карту с колоды, чтобы скинуть эти баги. Просто... Кстати, я же выиграл. Тебе один Скин. Случайный баг надо. Угу. Один на маневр. Так, погнали. Ходи. Давай сброшу карту. Беру. Ты все убираешь. А, вообще все убираю. В начале хода противник может сбросить верхнюю карту своей колоды и убрать все свои баги. Окей, тогда так. Это выгодно вообще, да. Так. Тогда делаю маневр. Эй, куда ты пошел? Ну, мы с тобой так не договаривались. Ладно. Карт перебор. Ладно, давай атакую. Уши. Вот это.
Он слишком мощный муж и твой? Да, лютый. Ну тогда ладно. Багов можете. Плохо. Я беру карту, которая мне очень сильно нужна. Так. На, держи. Тебе ж так хотелось, баг. Так. Так. Чё, тебя? А, ты все уже? Ну я маневр и поатаковал, да. А, ну я ж убежал и после этого продамажить попытался. Как попытался. Просто сделал хоть что-то. У меня такое было положение на тот момент. Тогда я нападаю. Давай. На твоего тела, как его муши. Муши. Жуши. Я выиграл, все выиграли, бой. А господи, бля. Сколько? Какую там случайную карту из топки сюда? Вернул, надо. Так. Я беру карты. Два, три, четыре. Так, сейчас посмотрим, какую мы себе оставим. Феникс Райт, я помню. Так, ну это уходит в колоду 100%. Это, наверное, тоже. А вот насчет этих двух надо подумать. Тяжелые выборы прямо. А, да, прям очень тяжелый, ты не поверишь. Потому что я тебе до сих пор за всю игру 0 урона нанес. Да, такое ощущение, что там просто можешь отплевываться, чем хочешь. Ну да, ну да. Так, я нападаю так на твою муши опять. Я хочу его добить. Пробуй. Хотя бы урона не получил. Ой, урон, ну, случайный карты. Случайный баг будет. Так. А, нет! Я же специально сбрасывал это говно. По передвижению. Ага. У тебя там 4, да? Ага. Ага, да, урона он не получал. У тебя минус один на передвижение, если что. Мой ход будет. Да, да. Делаю маневр, сбрасываю с ракотанища на движение, поэтому у меня плюс 2 стану. Такую за Мулан. Вау, ты решил напасть. Да, да, походу тоже надо суицидиться, наверное. Ничего же делать. Как-то и убегать не получается, и бить не получается.
типа ничего не получается. Баги только ловим. Матрица дает сбои. О, вот это хорошая карта. Ведь один из выбора. Понял. У меня. Тоже сарбат. Ваш понятно, просто случайно. Случайную карту я у тебя буду тогда вытаскивать. Можешь перемешать? Давай сейчас. Угу. Давай. Это, у меня 3 становится. У нас по сути. Ты выиграл, ты пытаешься. Пытаешься победить. Так. Я, получается, тебе кидаю баг и плюс баг, который я выберу. Так, один случайно это на передвижение тебе идет, ну, я его заменю сразу же. Инвалидность полная. Я вот так вот сделаю. Хотя, не, зачем, зачем, я дурак, я вот сделаю вот так вот. Ну, заебись, почему бы нет, если... Да почему бы нет, ну серьезно. Так. Так. Я нападу на Мулан. Надо же. Так. Удивительно. Что же будет? Точнее, эта карта нельзя за каждый бах пройти. Мне 5. Она нанесу себе урон и буду игнорировать значение карты. Эх ты говнюк. Это уж точно. Один уж точно лучше, чем 4 урона получить. Эта карта хоть как-то, но все-таки оправдывает себя. Ну да, ну да. Так, раз. О, ты там разрядился, я так смотрю, сильно, да? Два. Подожди-ка. Угу. Я хожу. Да, ходи. Наконец-то. Не забывай, один на передвижение минус. Да, да, это я дам. Это ты дал. То я дам. Ну, сбрасываю туда на усиление передвижения. Сходимся. Чупакабрик просто так подходит сюда. Вторым действием я буду атаковать. Ну, без проблем. Скажешь, застал уже со своей защитой, да? Давай, мешай. Будешь мешать. Уж я сбрасываю карту тебе опять. Ну, у меня 3 стало. Победил этот раз хотя бы. Тебе один урон. Да, сучка. Дамаг. А ты опять там смотришь. Понял. Так, 4 карты. Где? Ну, естественно, я возьму вот эту картишку. Так. Для кого естественно, для кого нет. Так, раз. Два. Ага, нет. Раз, два. Правильно. Ага. Забываю. Какое свойство? Про свое. Три, четыре. Ага. Останавливаюсь здесь и беру
две картишки. А, я не перемешал. Сорян. Я тут думаю, что у меня то же самое выходит. Так, и беру две картишки. Все? Так, у меня маневр. Этим. Так, где? Один, да. Сброшу карту, чтобы убрать все баги. Угу. Так, таким образом. Сюда. Мужик наш. Нападать будешь? Да, в этом весь план и был. Да. Так. Так. Да, вот так. Ой. Это карты против. Обида. А что там у тебя было? Там хорошее было. Ну точно так. Так, ну, так как я выиграл, тебе случайный баг. Посмотрим, что выходит. Да ты и... А, я уже думал опять на маневр, думаю, ты издеваешься. Так. Ну, то сделаем так, раз. Два. Ничего себе, ты поскакал по полю. Три. Четыре. Ты два, типа, сразу маневр решил? Да. Пять. Допустим, ну тогда я тоже делаю мы. Раз. Минуточку, как ты отсюда убежал? А, так. Я стоял вот здесь. Раз, два, три, четыре, все правильно? Понял, да. Так же ты не возмущайся, не наезжай, все нормально. Все по плану. У меня просто стрелочки запутали. Я что-то подумал, что вдруг ты как-то не так сделал. Так ты, человек. Один маневр, соответственно, мне тут делать. Выход. Так, ну я пойду вот сюда. Раз, два. Угу. Так, беру одну. Ну, даже так. Так. Использую вот эту карту. Вас взломаем. Секрет три верхней карты его колонны. Взять одну наверх. Или положите на низ в любом порядке. Забудьте мне конечно баг. Почему бы здесь на и нет? Там есть хоть что-то опасное? Мне интересно узнать. Да, есть. Надо же. Прям очень опасные. Вот это положи наверх. Так. Вот это в самый низ. Это вот так вот. Короче, вниз поставишь. Так. Поставил. Все, ходи. Ходи, не бойся. Да, я так и задумывал в основном, так ходите, не бояться. Так, понял? Господи. Ладненько. Так. Сбрасываю туда на усиление передвижения карту.
Гигаты. Дракон, драконоид сюда. И атакую. Вторым день. Ну давай. У меня становится 4 карты, потому что у меня одна есть в сбросе. Я побеждаю. Я менять не буду, пусть остается для меня защита. Окей. Так. Теперь я хожу, да? Настало твое время. Так, я нападаю на... Кто рядом? Кто ну, это только, у нас? Только Мулан. Мулан. На Мулан. Так на Мулан, да. Ну, я в любом случае тут получаю 3 урона. Беру карту. Так, я накладываю случайный баг один еще. Так, минус один маневр. Прикольно. Так, вторым действием, что я сделаю? Я, наверное, все-таки чутка отойду. Раз, два. Да, правильно. Так, и беру карту. Все, ходи. Маневр. Второй. Куда ты два? Откуда ты разогнался? А. На один. Вот на один, да. Потому что у тебя же это минус маневр. Вам вторым действием. Так. Я пройдусь чуть-чуть сюда. Так. Так. Нападаю на тебя. На Мулан. Допустим. Допустим. Можно было даже не стараться, такой урон у меня все равно ноль. Проиграла. А что, этого добивать не будем? Нет, он что, ну, если проигрывает герой, то помощник тоже вылетает, когда один на один игра идет. Это когда команды, ну или много игроков тогда, ну, точнее, когда команды тогда. Ну, вот этот серый волк, он чуть-чуть имбовый. У него, посмотри сейчас. Вот это, посмотри. Вот это, посмотри. Хотим в вашей зоне за каждый баг в игре. Причем в игре написано. То есть, если это игра да. массовая, то ты наложил там словно на троих противников. Да, сколько... да, да, да. 9 багов, ты 9 урона наносишь. Причем всем. Вот также. Это посмотри, вот это посмотри. Берет 4 карты. Выберите игрока, он берет, ну да, чтоб типа на сброс сделать. Ну, да. Угу. Ну тут она и по багам довольно-таки лютая. Потому что у нее на самом деле очень много карт, которые помимо даже победы навешивает баг. То есть здесь ну сидеть. Да, она сидеть... чуть-чуть имбовая. Ну, не, даже сказал бы не чуть-чуть. Вот сидеть без бага с этим героем вообще нереально ни в какой ситуации. Ей, конечно, дали 12 хп. Видимо, автор думал, что он этим ее понерфит, но он сильно ошибся.
Что касательно Мулан, невероятно слабый герой, у нее нет никакой фишки. Все-таки это фанатский герой. Там есть пару штук, которые нормально вот атакуют, и есть, которые вот благодаря вот эти карты, которые вот на сброс, который идет же, тоже прикольная. Да, они прикольные, не спорю, но это по сути и есть по большей части ее сильные карты. То, что вот у Муши есть вот эти вот на четверку, ну. В целом, я им все равно защищался, поэтому, ну, как бы один хрен, что они были, что их нет. Ну да. Я и не дамажил ими, ничего не делал. В целом, у нее реально, у нее, во-первых, очень слабый герой, во-вторых, у нее слишком много добора, то бишь она сама себя, так сказать, передрафчивает по картам, и это ей в итоге невыгодно становится. Я буквально пару раз из-за этого просто так сбрасывал карты. Я там, возможно, должен был от багов избавляться в эти моменты. Возможно, ошибка да. у меня была, но в любом случае, ну, капец, какая слабая. Она, это фановый герой, казалось бы, который порой неадекватно сильные бывают. Но она, не знаю, из всех фановых героев, наверное, один из слабейших вообще героев, что есть, поэтому... Ну, может, еще раз тогда сыграем? Может быть. Не, просто я хотел бы что сказать по поводу хотя бы усиления этого героя, просто всем картам дать описание все. Чтобы хотя бы Муши был полезен. Потому что он фактически ну, бесполезен. Да. У него в игре три карты вот этих вот четверки, которые вроде как и сильные. Но, блин, он по сути всю игру почти что у меня просто бегал на самом деле. И все. Защитить он меня никак не мог, потому что у тебя герой тоже дальник. То есть по факту просто бесполезнейший помощник был. Просто нулевый. Может там, когда ты... Чтобы сбросить баги, может ты тогда выбрасывал хорошие карты? Ты не смотрел? Нет, я-то смотрел, но мне все равно это в целом не помогало. К тому же вот именно от багов приходилось тоже избавляться. То есть ты помимо того, что хапаешь кучу карт, которые тебе не нужны, ты еще должен сбросить от багов, то понятное дело, но... Ну, короче говоря, ну, блин. Я бы в жизни бы не захотел повторно играть за Мулан. Сознательно. Тут же реально, из фану героев, мне кажется, это один из самых слабейших, если не самый слабый. Потому что я при этом понимаю, что даже могут быть ситуации, где она может выиграть. Я не против этого, но... Блин, это ей должно, по-моему, сильно вести. Я выбрал какого-то Джек-победитель. Там, друзья, всем спасибо за просмотр. Победитель вроде тоже какой-то анимешный.